Сводка о событиях в Сирии за 24 апреля 2014 года. В провинции Дамаска, восточной Гутии, в районе Млеха, сирийская армия продолжает атаковать укрепления боевиков. Захвачены укрепленные позиции террористов. В ходе боев уничтожено несколько группировок террористов. В Хомсе более 100 боевиков добровольно сдались сирийским властям и, получив амнистию, вернулись к мирной жизни и своим семьям. В провинции Ладакия продолжаются бои с террористами, пытающимися занять стратегические высоты. Группировки боевиков, поддерживаемые Турцией, не оставляют надежды на захват высот. В ходе боев уничтожено большое количество боевиков-иностранцев. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Михаил Щеглов, Александр Петров, Марат Мусин, Анна Ньюс, Сирия.